Смотри, не деньги. Ладно, тебе предупреждали. Слава нарушил. Уберите, суку! Пожалуйста, не убивайте его! Зачем слышала? Чего ребенок? Я его жена! Он мой муж! А разве этот гаденыш женат? Да! Мы свадебную едем! В Москву! И рожать вот! Мальчик! Мальчик! Откуда ты знаешь? УЗИ сделала? Все делала. Бабушка Лиза и Турсуналы все говорят, мальчик, мальчик. Мальчик, открывайте дверь. Пусть Бог решит. Нажмем на софтран. Доктор, доктор, ваш ботинка. Ну что, красавица, испугалась, да? Зря. Живой я, живой. Меня так легко не убьешь. Я вот в карты хорошо играю, а косые хотят, чтоб я им еще деньги за это платила. Проценты. Чем жизнь спасла. Ты у меня кровь брал. Помнишь? Когда поезд? Следующий? Я не знаю. У тебя что, билет есть? Все! Эй! Эй! Девочка! Терпи, не выходи, слышишь, а? Посмотри, вокруг никого, голая степь. Зачем тебе это нужно? А! Ой! Ну тебе скажут про тебя, что не донуши, что под кустом родился. Зачем тебе? Ой. Ну вот. Умный мальчик. Родишься, как все дети, больниц. Мама на простынях. Еще будут врачи в белоснежных халатах. Большой город. А внизу будет стоять отец и нервничать. У него нет отца. Ну, будет. Дура! Ну, я его отец! Я буду отцом!